Всем привет-привет, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. Начинаю свое видео с улицы. У нас сегодня красота, солнышко светит, и Анюта пошла в школу. Самостоятельная девочка стала, совсем уже взрослая, да, дочь? Ты куда? В обратную? Домой. Давай, иди в школу, сейчас опоздаешь. У тебя сегодня хор, кружок, будешь там петь. Так что всем хорошего дня, отличного настроения. Я сейчас немного постою, посмотрю, проконтролирую и пойду собираться. Мы сегодня, сейчас едем в Тамбов. Максимку заберу из школы и потом едем в Тамбов по делам. Так что никуда не уходите, оставайтесь вместе с нами. А тут провожатые сидят, все Анюту в школу отправляли, да, Буся? Все, ушла ваша любимая. Анюточка, в школу. Ждите второго. Сейчас придет из школы. Посмотрим, какими оценками нас сегодня порадуют. И приедем, когда из Тамбова, нужно будет выкопать морковь, свеклу. Пока на улице стоит хорошая погода. Светит солнышко. А то боюсь, что потом пойдет дождь, грязь, слякоть. И не хочется ковыряться в этой грязюки. И хочу сейчас еще выбежать, ну потом, как приедем, собрать семена. Видите, прям цинии хорошо подсохли. Очень много людей у меня просило семена. Тут вот бабочка такая милая сидит. Столько пчел вообще летает много. И посмотрите, как пораскрывались у меня гладиолусы. Розы вообще вовсю цветут. Я просто в шоке, очень удивлена таким цветением. Сад осенний прекрасен. Надо будет обрезать бутончики, которые уже отцвели и портят весь вид. Видите, какая огромная роза. Главное, солнце стоит, засуха, а розы все равно нас радуют. Эти прям такие огромные. Они просто даже летом не были такого размера. Тут посмотрите. Прям везде-везде. Это, наверное, светик работает. Ой, огромнейший просто шмель. Посмотрите. Пчелы просто сидят на каждом цветки. Везде все летают, летают. Тут тоже гладиолусы вовсю цветут и розы. Думаю, подойду поближе, покажу вам этот прекрасный куст. Вообще, какие огромные они, шапки. Аромат стоит просто. Вообще. Летом так не цвели, как сейчас. О, каждый кустик просто усыпан. И сколько, видите, уже позасыхало. Но еще не до конца. Надо собрать, которые прям сухие-сухие. Ну и ладно, заходим домой. Пушистики тут за мной, видите, прибежали. Я сюда, и они всем нравится лежать под цветочками. И вообще хочу я еще сегодня завести триммер. О, и тут солнечные ванны принимают два братика. Да, один серый, другой рыжий. В общем, триммер хочу я завести и скосить вот всю траву, которая во дворе. И вообще надо уже обрезать виноград Изабелла. Он прям спелый, а до него дотронешься, он лопается. Ну, очень спелый. Надо его срезать и закрутить компот. И по поводу солений варений, которые я вчера вынесла из погреба, тоже очень много было комментариев. Яна, ты поставила на солнце. Вот, пожалуйста, сейчас самый солнцепек, так скажем. Солнце вообще не попадает. Не переживайте. И сегодня, тем более, я уже все перемою, занесу
в баню. Просто вчера не успели, сами видели. Малину нужно было собрать. Потом поехали с детьми. Мы всегда ходим на такие мероприятия с семьей, и тем более они не такие частые. Сегодня все перемою и уберем. Так что я не думаю, что за один день, за два, там, три дня что-то с банками случится. И кто-то писал, что уже много лет, зачем хранить, а, не дай бог, да, будет отравление, еще что-то. Ничего не будет, банки все хорошие, они ведь не вздуты, и я закручивала их в том году, ну, максимум позапрошлый год, остались какие-то салаты, а компот у нас вообще уходит очень быстро, осталось совсем чуть-чуть банок, их было намного больше. Аджику мы всю съели, потом салат из баклажан, очень вкусный, который вам понравился, я видите, специально закрутила баночки, такие небольшие, а выглядят они так страшно, да потому что, я говорю, у нас грибок пошел, поэтому они все в плесени, и кажется, что уже банки стоят 100 лет в обед. Так что не переживайте, если бы было что-то испорчено, плохое, я бы выкинула и нисколько не пожалела. Слава Богу, за каждый день такой красивый, что дает такую возможность нам еще. У кого-то смотришь, вообще думаешь, да, почему так? Почему все не может быть у всех хорошо? Ну, потому что не может. Потому что люди такие вот, Бог наказывает. Есть люди, Ян, это есть добрые, да, какие-то этот, а есть вообще хуже. Вот такую что? Для мелочи? Да. Так ты для крупного принесла или ты для мелкого принесла? Ну, стыка, да? Ну, она пузатая, Паша, но это красивая. Угу. Маленькая, красивая, да? Давай, сюда, давай. Да подожди. Все, вот так. Давай, на видео. Домиком.
пока мы там с Натальей Владимировной убирали урожай, выкопали морковь, свеклу повыдергивали, перец тоже весь вырвали, в ящик пособирали. Татьяна Сергеевна пришла в гости. Я ее уже сама 100 лет не видела, прям так подросла. Я не знаю, у нее что-то с камерой? В последнее время не фокусируется на лицах. Вот сейчас сфокусировалась. Нет, а до этого было прям мутненько. Собирает, видите, малинку. Молодец. Помощница, да, Наташ? О, какая красивая, смотри. Висит тут. Крупная, да? Крупная она. Сейчас напишут опять. Наташа вся у Яны в работе. Помогает. Яна припахала. Наташа ничем не помогает. Ну а чем я ей помогу? В квартире. Прийти тебе завтра, подруга, пол помыть. Или посуду, может быть, помыть тебе надо. Я приду, помогу. Вот что мне ее выгонять? Ей скучно дома. Дети. Я себе возьму, потом будешь приходить. Вот купит двухэтажный коттедж огромный. Там уже будет не справляться. Придется ходить помогать. Есть доказательства, Наташ, на YouTube-канале, как ты мне помогала. Вот скажешь, вот видишь, подруга, я у тебя тут день и ночь трудилась. Так что давай, давай. Никаких отмазок. Не, ну мы это, конечно, шутим, а на самом деле, ну, все помогают друг другу. И мы помогаем, чем можем, да, Наташа? Так что, ладно, будем собирать малину. Сейчас вам еще покажу. Тань, кстати, как у тебя дела в школе? Нормально. Вот. Учится на 5-ки и 4-ки, кто переживает. Отличница! Так что не переживайте. Отличница. 5-ки. Закончит школу с красным дипломом. Надо верить, да? Да. Хорошо все в школе. И у Наташи дела хорошо. Сияет, цветет и пахнет. А то вечно читаю, Наташа грустная, грустная. Где вообще они тебя видели грустная, я не знаю. Настроение. Сейчас как купит коттедж, вообще будет, Наташ, в предпрыжку будешь ходить, да? Всему свое время, мои дорогие, всему свое время. Собираем эту малину, она все не кончается. Не знаю. Сейчас. Наташа уже домой пойдет. Малых нужно забирать из садика. А я за Анютой пойду. И надо будет потом уже начинать мыть банки. Пока вот выкопали, тоже время пролетело. Чай быстро попили. И, в принципе, все. Но больше не отвлекались. Ботву хотели вывести. А потом думаю, зачем у нас там сбоку, где малина, компостная яма, что не перегниет, можно будет потом здесь, вот видите, раскидать между малиной, между тропинками. Такое хорошее удобрение. А кабачки, там, которые переросли, огромные просто, их можно отдать Вере Дмитриевне. У нее куры все съедят. Наташ, на, держи. Где ты там? Это потом крышка не закроется. Кто такую собирает зеленую? Ну, что, надо красную, Тань. Красная, спелая. Ну куда кислую есть потом? Пух этот. Вот, мама. Ой, ну Таня красотка. Невеста, да, Таня же? Угу. Прям в белом пришла, видите? Невеста. Так, сейчас покажу вам, кстати, что мы тут с Наташей выкопали. Вот такой вот у нас в этом году урожай моркови. Неплохой. Мелкую я решила убрать сразу в ящик. Буду использовать ее сейчас. Это остатки свеклы тоже хватит. На салат под шубой. Так сварить, как бы мы ее особо не едим, поэтому достаточно. Я да в этом году решила, что буду сажать одну грядку. И перец остатки. Я уже до этого собирала. И вот остатки перца. Красный прям такой красивенький. И все, мы видите, тут раскидали, чтобы подсохло. Что не подсохнет, потом уже в компостную яму. И капуста у меня так вообще потрескалась огромная. Сейчас шли на разведку.
ходили на мусорку посмотреть, что там выбрасывают, нет. И у всех капуста такая маленькая, у меня, я не знаю, какая-то просто гигантская. Вот вилок, вот этот вот еще красивенький. Остальная вообще вот тоже, вот хороший. Это потом можно будет почистить. Тоже вилок хороший, в принципе. И завтра будем мы начинать пересаживать клубнику. Сашуля даст указания. Будем рассаживать вот на этом участке. У нас тут каждый год картофель рос, потом чеснок, наверное, года 2-3 мы сажали. И вот решили, что теперь будет тут клубника, а на дачу завезли перегной, и там планируем мы сажать чеснок. Так, ладно, будем заходить домой. Максимка тут все что-то строит, играет. О, загоны у него, ну, очень интересно. Идем мы, значит, за Анютиком и встретили нашего крестного. Ездил на родник набрать воды. О, бежит, бежит. Увидела нас. Счастливая такая. Ой, молодец, братик. Подожди. Мама. Ладно, тогда давайте. Если что, приедем. Кстати, многие спрашивали, почему дядь Саша. Да потому что у нас крестный молодой, красивый. Жених. Жених еще тот, как Вера Дмитриевна говорит, в поиске невесты. Ладно, дядь Саш, увидимся. Приедем. Давай, дочку, кофточку помогу. Вот, братик какой заботливый. Сразу выхватил с рук у Анюты рюкзак. Топаем домой. Сейчас как раз пока дойдем, там уже и папа наш приедет с работы. Козочки пасутся. Одну уже повели домой беленькую, а коричневая травку щипает. Дочь, как настроение? Хорошее? Нет, не опоздаешь, не переживай. Сейчас успеешь еще поужинать. Чай попить успеешь. Поэтому купила. Вкусняшки купила нам. О, ну посмотрим сейчас, что ты там нам купила. Хорошо так на улице, ну правда. Погода в этом году нас балует. Ого-го, как. Так тепло. Солнышко вообще. Красота. Золотая. Теплая осень. Сейчас Анюту как повезем на танцы, потом, скорее всего, заедем к Вере Дмитриевне. Быстро завезем кабачки, чтобы они не валялись. Пусть куры клюют. И там уже нужно будет забирать Анюту. Сегодня у них, если я не ошибаюсь, репетиция недолго будет. Нет, ничего. Счастливая такая дочь. Как будто не в школе была, не знаю. С развлекательного центра идешь. Довольная такая. На танцы хочешь? Прибежали мы из школы, быстренько прям поужинали, заплела Анюте пучок, Сашуля ее отвез на танцы, на репетицию, а я в темпе вальса накрываю стол, у нас неожиданные гости, давно они уже у нас не были, сейчас посидим, и я ведь не знала, что у нас будут гости, поэтому стол на скорую руку накрываю, так скажем, из того, что есть. Тут салат всеми любимый из баклажан, хлебушек. Сашуля сейчас заедет на обратном пути в магазин, купит хлеб. Сделаю я бутербродики, у меня шпроты есть. И как хорошо, когда в холодильнике есть пельмени. Они прям выручают. О, сколько их тут много поставила я варить. И гости привезли вот такой вот вкусный тортик к чаю, и еще он купит колбаску, тоже порежем, и хочу еще достать грибы помыть.
Вот такие вот у меня грибочки. Нас угощали, мы две баночки съели, одна банка осталась. Ну и может быть сейчас еще что-нибудь посмотрю и достану из солений варенья. Ну и куда мы без домашнего компотика? Ну и бусятка прям, барыня, королева тут разлеглась просто на стульях. Дети гуляют на улице. Вот, Максимка, сейчас покажу вам его. А я еще даже не успела собрать. Видно, он играет, уже 100 лет не видел он своего друга. С Сережей там играют, что-то мастерят. Так что хорошо поработали, и сейчас весело пройдет вечер. Ну а вот и неожиданные гости, мы уже за столом. Так, это Юля. Внучка Галины Сергеевны, кто помнит, она уже была у нас в видео. А это тетя Лена. Просто Лена. Да. И дядя Саша. И дядя Саша. В общем, все, показали гостей. И хватит, да? Приятного всем аппетита. И нам, и вам, кто ест вместе с нами. Время уже очень позднее, 1 час. Гости, наверное, уехали где-то в 11 часов. Дети там играют в телефон. Сейчас буду уже у них забирать. Вот, и пойдем спать. И посуду я мыть не буду, оставлю уже на завтра. Находилась я сегодня, очень хотелось бы помыть, но думаю, лучше пораньше встану, потихоньку, все не торопясь, перемою. И завтра выходные, в планах хочется утром встать пораньше, и надо уже пересаживать клубнику. Кто-то скажет поздно, но у нас стоит на всю неделю прекрасная погода, и я думаю, что все будет хорошо. Ну и надо надеяться всегда на лучшее. А тут сидят дети довольные, счастливые, им дали за хорошую учебу, за старания поиграть немного телефоны. А самое главное — это бусятка. Посмотрите, как она там развалилась. Ой, потягушки. Дочь, посмотри на нее. Потягушки такие. Анюточка пришла с танцев, наплясалась там. Буся. Смотрите, как спит и Максим, как к ней. Давайте еще 5 минуточек, конечно, уже поздно. И буду забирать. Хорошо. Уже и так играйте прилично. Все, хватит. Ладно, мои дорогие, будем с вами прощаться. Как-то так прошел наш день. Вечер прошел шикарно. Были гости, посидели так хорошо. Поговорили. Время пролетело. Ну и все. Всем отличных выходных. Увидимся с вами завтра. Всем большое спасибо за ваше понимание, поддержку. Ну и не забывайте, что вы у нас самые-самые лучшие. И всем сладких таких снуликов, как у бусятки. Вон как спит. Сладенько-сладенько. Анюте говорю, пучок расплети, шпильки давят. Удобно. Что удобно? Убирай давай шпильки. Мама, знаешь, какие мне тут задания? Угу. Рекламу смотреть. Ну а как ты хотел? Без рекламы мы никуда. Все. Дорогие, отключаемся. Всем пока-пока! Уже с вами попрощалась, вышла в холл, посмотрела на свои соленья варенья и вспомнила, что у меня сегодня снова не получилось перемыть все банки на улице. Ну, сами видели, прибежали из школы, быстро Анюте заплела пучок, там нужно было уже ее отвезти на танцы, тут потом гости пришли, неожиданные такие приятные. Я в 1000000 раз уже, наверное, говорила вам о том, что я очень люблю, когда именно гости неожиданные, без предупреждения. И хорошо, Сашуля заехал в магазин, купил там пиццу, курочку, колбаску. Все накрыли, нарезали, так посидели. Хорошо. И по поводу вот закруток тоже пишите, зачем вам я настолько много. И как вы видите, в этом году я старалась закрутить все просто, по минимуму и ничего лишнего. Лучше каждый год вот закручивать по чуть-чуть
и чтобы оно потом все не стояло годами и ничего не пропало. В принципе, для нашей семьи этого вполне хватает. Вы сами видите, мы пьем только компот. Вот очень любим кабачковую икру, огурцы вообще у нас стоят, помидоры тоже, я бы сказала, стоят. Очень любим салат из баклажан, точнее я. Ну и в принципе все, больше ничего. Так, Анютик там уже расправляет кровать. Спать переоделась. А Максимка там со Шулей тоже лежит. А я вот хожу, уже время-то 25 минут. И думаю, смотрю на посуду. Ну как я засну и буду спать спокойно? Мне ведь надо сразу все помыть здесь и сейчас. Вроде уже и не хочется, находилась. И такой беспорядок оставить я тоже не могу. А тут как мужчины бесились на диване. Надо тоже диван поправить. И цифры, посмотрите, летают у нас теперь в веранде. Вот, мне 13 лет. Думала уже их лопнуть, сдуть. Я пыталась вообще здесь расклеить. С Наташей крутили, вертели и шарики, чтобы оставить потом на когда-нибудь. Ну, нет, они здесь смазаны, видимо, клеем. Все очень плотно приклеивается. И просто что невозможно их раскрыть. Поэтому надо лишь только лопнуть и выкинуть. А эти вообще так сдулись. Все, видите? Все. От них ничего не осталось. Теперь точно. Всем пока-пока.